Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2011 год в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 140 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Оригинальные литые диски на хорошей летней резине. Пробег 148 тысяч километров. Аукционный балл 3,5, имеются повторители в зеркалах, хромированные вставки, ветровики. По салону ухоженный темный салон, не прокуренный, три ряда сидений. Климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, подрулевые лепестки, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 96, 96, 96, 105, 82, 105, 87, 93. 93, 97, 117.